вам просмотр. И сегодня мы увидели вот такую штучку. Мы сейчас вам покажем, что там будет. Это какой-то стаканчик с интересными шариками. Да. И в этот стаканчик должны быть сладости какие-то. Ждем. Мы ждем. Вот. И такая очередь. Это что-то интересное. Мы сейчас увеличим. Там можно что выбрать? Цветочек, клоуна и черепашку. Так, вот тоже цветочек с черепашкой, да? Мы что выбираем? Клоуна. Попробуем это все заснять. Да. К сожалению, нам не разрешили делать видео, а только фотографии. Клоуна у нас не получилось заказать, остановились на собаке, так как была очень большая очередь и длительный процесс изготовления. Я хотела клоуна, но не получилось. Смотри, теперь красивая собачка. И что еще там есть? Сладости. Самое главное, да? Идемте дальше? Да. Мы пришли перекусить. Мы сейчас доставили. Что ты взяла? Макароны? Макароны и куриные. Курочку. Курочку, да. А Влада у нас выбрала, что рис и мяско, да? И водичка с колой. Не знаю, видно или нет, но вот если не через камеру, то мы замечаем, что здесь стоят такие фонари. Свет желтый и синий. Это будет как бы поддержка Украине идти.